еще смотрите, пожалуйста, какой роскошный флакон хрусталь. Чехия, 50 или 60-е годы, 60-е, скорее всего. Крышечки нет, но это дело такое наживное. Я надеюсь, что в ближайшее время у меня появится много разных старинных крышек. Поэтому подобрать можно будет. Тяжелый, красивый. Рекомендую даже тем, кто не увлекается парфюмом. Красота старинных предметов, она особенная. О, здесь есть нюансы. Ну, поэтому, извините, цена такая. Скол. И здесь, то есть трещина и скол. И, ну, как всегда говорю, можно такой стороной поставить, чтобы это было незаметно, не видно. Ну, и опять-таки, уже и то хорошо, что эти предметы доходят до нашего времени. И цену я снизила значительно. Так, еще какой старинный красавчик есть у меня для вас. Это керамика. Надпись, видите, да? Все отмыло, все помыло, без нареканий. Ну, крышечку подберем. Красивый, большой графин. Нюансов я не нашла. Ой, прям мантры какие-то. Поэтому красавчик тоже еще очередной попадет в ваши руки. И опять-таки магия старенького по времени стекла. Это Чехия, насколько я смогла найти информацию. И повторюсь, винтаж. И обратите внимание, опять-таки, кто увлекается парфюмерными флаконами или стеклом, знает, что крышечки – это такая же ценность, как и непосредственно сама шкатулка или флакон, ну, то есть та емкость, которая находится внизу. Крышечка с утратами. Небольшой скол находится. Чешуечка здесь. И скол идет, вот он с краю, поэтому... И цена очень приятная. Редкая вещица, скажем так, но это не совсем прям бой, поэтому вполне возможно приобрести. Красота какая. Совсем забыла рассказать. Крышечку я отдельно приобрела от флакона. Да, даже битая, продается за деньги. Не за 50 рублей, нет. Ну, либо я сама склею, надо будет какой-нибудь клей такой хороший. Либо вы скажите, как вам будет интересно. Ну, если не хотите, без крышки будет. Это уж вам решать. А крышка, как я понимаю, оригинал.